Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 7. Реши задачи. В субботу на стадионе присутствовало 4000 зрителей, а в воскресенье 6000. Насколько меньше зрителей было в субботу, чем в воскресенье? Для этого мы от 6000 должны отнять 4000 и узнаем ответ, что на 2000 зрителей меньше было в субботу, чем в воскресенье. Вторая задача. Цех выпускает за день 1000 деталей. Сколько таких деталей цех выпустит за 2 дня? Для этого мы 1000 умножим на 2 и получим 2000 деталей выпустит цех за 2 дня. Сколько таких деталей выпустит цех за 3 дня, если в день 1000? Мы 1000 умножаем на 3 и получаем 3000 деталей выпустит цех за 3 дня. За 4 дня. Мы 1000 умножаем на 4 и получаем ответ 4000 деталей выпустит цех за 4 дня. За 10 дней 1000 умножаем на 10. Приписываем справа 1 0 и получаем ответ 10000 деталей выпустит цех за 10 дней. Ответ 2000 за 2 дня, 3000 деталей за 3 дня, 4000 деталей за 4 дня и 10000 деталей выпустит цех за 10 дней, при условии, что в день он выпускает 1000 деталей. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.